третью попытку. Это... О, слоник Тики, легендарный. Нет, нет. Чё ты хочешь, ты? Я думала, у тебя крутые питомцы, и ты опять хочешь... Ой, а вот и привет, вот я и упала. Ну вот вы накаркали. Ну, привет. И вас приветствуют квадратные Юши, Лана и Ульяна. Строго говоря, кубическая, наверное. Ну, блин, ну да. Вот я, знаете, каждый раз, вот я хочу сказать квадратные. Я тоже. Когда мы на самом деле не квадратные, а кубические или какие-нибудь сферические. А я говорю, вот, круг, круг и шар. Да, я тоже постоянно так путаюсь. Да. Ну, ничего страшного. Главное, что мы... Вы уже понимаете, о чем мы, правильно? Тут едим. Да, и много, да, очень. И становимся огромными. И кубическими. Да, кубическими. Мы как кубики льда, только кубики не льда. Ну, в общем, да. Ладно. Но вообще мы очень похожи на кубики льда, потому что пока мы едем, мы уменьшаемся. Мы таем! О, господи! Вот это да. Но зато я уже успела взять два подарка и вот крутю. Крутю покрутяшку. 10 минут буст. Удачи, да? Дали какой-то мне. Нет, еды. 2x. О, неплохо. Мне удачи. Тоже нормально. О, у меня удачи, да. Хочу в Японию просто, поэтому много мне будут еды давать, и я буду скатываться. И, в общем, да. Отправлюсь вот туда. Подожди, а вот эта штука, что дает? X2 удача. Для чего она? Ну, для того, чтобы ты открывал питомцев, выпадали да. А, питомчики! Да. Так, а я сейчас что-то забыл. Да, я вообще забыла, как играть в эту игру. Ну, да понятно, что нужно здесь есть. А сколько стоит питомец? Я не понимаю, я не вижу. Сколько стоит? 175? Ты закрываешь своим кубом. Да, могучим телом. Не вижу ничего. Ну, ладно. А, стойте, они за победы покупаются? Да. А победы нужны, чтобы пройти в Японию. Блин, и что мне делать? Нет, ну я куплю какого-нибудь питомца. Вот давайте вот этот вот куплю, конечно. Лабораторная свинья. На третью попытку. Это... О, слоник Тики, легендарный. Чё, так я тоже открою. Да, у меня тоже есть такой. Серьезно? Ну ты крутой, конечно. Так, а питомцы, получается, бустят наш размер. То есть я вот сейчас, например, по 2000 хаваю. Ну вроде да, ты больше начинаешь есть. Потому что вот там у них X еда какая-то. А, ну все. Хорошо. Как-то невыгодно, честно говоря. Я очень много потратил на этих питомцев. Хотя мог пройти, блин, в Японию почти. У тебя было столько побед? Ну там типа 1.5 миллиона. Нифига себе! Что? Так а что там скатиться чуток? Вообще по фигне. Так, ну я все равно это коровье яйцо куплю сейчас. Ой, я не помню, я в прошлый раз его вообще покупала или нет. Там, кажется, радужное что-то должно быть, да? А, ну, да, и мне выпала мороженка, кажется, если не ошибаюсь. А-а-а. Да. Ох. Подарок, кстати, готов опять. Тут он бесполезный. 500 ну, да. Еды. Да, да. Такое, ой, подождите, такое. Тут же автоматически можно есть. О, спасибо. Я забыла. Точно. Совсем. Я совсем забыла. Обычно Йоши об этом вспоминает. Да. Вернее, замечает такие штуки. Подождите, а когда мы перерождались последний раз? О, нет, ошибка. Ошибка критическая. А, нет, ну, у меня еще 100 тысяч. У меня миллион. Миллион для перерождения? Ну, типа, да, требуется миллион для перерождения. А мне 100 тысяч. Видимо, надо все-таки переродиться. Ну, я сделаю это уже, наверное, в Японии. Что думаете? Я бы тоже в Японии переродился. Ну, если ты наберешь, то, конечно. Ой, надо засечь, сколько я побед получаю за один скат. Будет шутка про машинку? Да, да? А что такое? Нет, ну да, про будет. Рыбу эту. Про рыбу, ну тогда. Да. Хорошо, было. Да, конечно. 247 тысяч, если что, я получаю. Угу. Но это смотря сколько ты съела. Ой, я не помню. Ну, это же напрямую зависит от того, сколько ты получишь, когда скатишься. Ну, я вот скатилась 3 раза, и еще даже мне, я не знаю, хватит мне или нет на 3-й раз еды, которую я съела. Нет, не хватит, наверное. Ну ладно, ну я думаю, что вот еще раз я так наемся, и я смогу пройти в Японию, мне кажется. Ну нет, наверное, побольше наесться. Интересно, кстати, как работает вот это вот автоматически ешь? Типа, хаваешь ближайшую еду или как-то определенным образом куда-то идешь? По-моему, просто бегаешь, ешь. Идешь будто бы, да. Но там же повсюду еда, поэтому, возможно...
не знаю. Сейчас проверим. Подождите, я маленькая. Я вот сейчас слежу за этим паттерном. Интересно так. Да, будто бы да. О, господи, как же я быстро здесь ем. Как много еды здесь. Так, а у меня тем временем 1,1 миллион. О, ну у меня почти 1,986,000. А сколько у тебя еды? 200 тысяч, вот только я начала есть. Ага, ну короче, мы прям на одном уровне сейчас. Слушайте, а не хотите потрейдиться? Может, у вас есть дикий кейк? А, нет. О, нет. Не надо. Нет. Чё ты хочешь, ты? Я думала, у тебя крутые питомцы, и ты опять хочешь их нам отдать. Нет, наоборот. По-моему, я менее крутая из всех здесь. Сейчас, секунду. У меня что-то было, я отправлю. Тики-слон есть, да. Вот тики-кейк, мне надо две штучки. Тихий час, только тики-слон. У меня нет... Тики у меня нет такого. Вот, вот такие вот есть, вот такое мне надо. Нет, нет, у меня таких нет. Ну и ладно. Я тебе могу слона такого отдать. Не надо мне такого слона. Он прикольный, он 11. А ты просто двигаешься, я не вижу. Так у меня, да у меня два! Так вот два, пусть у тебя и будут. Да у меня лишний, у меня круче есть. Ну ладно, тогда возвращай. А, вы трейдитесь, я думала вы, где вы вообще смотрите, какие у вас питомцы? И думаю, куда вы смотрите, как вообще это происходит? Ясно. Так, Ульян, возможно, возможно, в скором времени уже надо, так сказать, гонка нажимать. А я даже не знаю, если честно, у меня вот скоро будет 1 000 000 еды, и ты думаешь, я побед наберу столько, чтобы пройти? Я думаю, да. Ну, можем, конечно, попробовать, конечно, можем, да. Все, я погнал. Давайте, скатимся. Давайте. Блин, интересно, насколько большими мы вообще можем стать? Это вот наш максимум или... или как? Слушай, я думаю, да, потому что я долго копил еду и что-то особо больше не становился. Ну, вообще, это, наверное, даже логично. Да, там 800 с лихвой хватит, мне кажется. А, да? Ну, отлично. Да, потому что у меня... Хотя или нет? Не уверен, теперь нет. А вы все еще катитесь? Да. У меня 1,8 и 200 тысяч осталось. У меня это выглядит так, что вы периодически тут появляетесь и забрасываетесь под карту. А мы очень быстро просто, очень быстро катимся к финишу. Вы прокатываетесь все до начала, просто вы мне, я говорю, здесь в начале появляетесь. Ну мы скатываемся вниз, а потом в начало опять... Да. Да, скатываемся. Ничего себе. 2 000 000? Да. Ну, у меня было еды, кажется, 1,1 000. А, не, у меня 900 было, и я погнал. Вот поэтому я и вот медленнее тебя заканчиваю. Мне не хватило, капец. Ага. Меня так бесит последняя 1000, как же она медленно уходит. Только я хотела сказать. Да, вот это вот минус этой игры, что очень долго приходится ждать, пока мы докатимся уже, закончится наша еда. Неприятно. Но, видать, как-то процентно уходит, не знаю. Так, 2,1 миллиона, все. Погнали. Хе-хе. О, вкусные, блин, сушеные. О, стойте! О, отлично. Я случайно гонку не отключила автоматическую. Так, что у нас здесь? Креветка. Ульян, прикол. Так у нас не забрали. Не забрали у нас победы за то, что мы перешли в эту зону. О, это круто. То есть мы можем купить питомчиков. Прикольно, давайте. Капец, мы быстро хаваем. Это жесть. А там еще можно какой-то хвост купить, чтобы скорость увеличить. Ёж, ну ты сначала купи питомцев, а потом, ну, оставь, сколько на перерождение нужно, потому что иначе все потратится. Она все пропадет, да? Я да, точно так сделаю, вот, потому что у меня всего лишь 100 тысяч побед нужно для перерождения, поэтому я куплю какого-нибудь питомца даже подороже. Вот за 750, за 735 тысяч, я думаю, я куплю. Они, конечно, немного странно выглядят. Здесь какие-то серые... Просто серые какие-то питомцы с рогами. Ну, в общем, ладно. О, белка. Хакерская белка. Да, у меня тоже такая же. Еще раз куплю. А насколько она крутая? Опять белка. Не знаю, сейчас посмотрю. Слушайте, ну если на всех есть 3 белки, то можно их соединить в одну более крутую белку. А, кстати, да. Она дает 11,25. Что-то мало. Давайте еще раз купим и, возможно, скрафтим. Ну, кстати, действительно... О, у меня денег уже нет. Ясно. Понятно. Ну, хорошо, знаете, я, наверное, скачусь, куплю белку и потом ее скрафчу. Да, у меня есть еще белка, я тебе могу подарить свою. Да, ребят, а у вас было так, что вы летели, катились и упали за карту? Да, я ресетался. Угу. Обманула меня игра тоже таким образом. Ясно. Нет! Что такое? Меня белка покатило! Не там!
О, нет, ребят, после этого у меня был включен After Race, и меня закинуло на предыдущую карту. О, блин. На ней же меньше дают. Да, это не очень. Подожди, а ты уже открыла уже Японию или нет? Нет, я коплю на нее. А, ясно. Слушай, давай я тебе белку дам. Она дает 16,8. Да, мы можем тебе... Вообще. Можем тебе... Подожди, стоп, ты скрафтила уже белку? Да, да, я скрафтила. Да ты капец. Ну да, не такая. Блин, ну я тебе ее верну, я сейчас ненадолго. Вообще без проблем. Обалдеть. Так подождите, у нас несколько слоников, мы можем их всех троих скрафтить, получается. Ну да, получается так. Ёши, не надо, мне уже есть. Уже все. Давай я тебе могу слонов отдать, мы их скрафтим. Не надо, я тебе отдам слона. Нет, ну белку ты оставь. У меня есть. О боже. Так, ну я крафчу тогда слона, мы сделаем потом его одного крутого? Да, можем, конечно, конечно. Делай. Он 16 дает. Мана. В смысле? Я не поняла, почему? А, он же легендарный, слона. Его сложнее получить. Ну да, логично, ладно. А то я уже хотела наехать на разработчиков. Ну, я бы хотела наехать на разработчиков за их бесполезные подарки. А это правда. Это, да, я согласна. Я их продолжаю брать зачем-то, но... Ага, да. Они нам подарки по 500 еды дают. Блин, ребят, я забыла совершенно, что я хотела сделать перерождение, поэтому давайте еще раз купим питомцев. И потом уже сделаем... О, пингвин! Пингвин! Это хороший пингвин? Или какой он? Я не видал пингвина. Он редкий, 20%. Тоже хакерский, между прочим. Тут все, наверное, хакерское. Ага. А почему там в Японии хакеры у вас? Непонятно. У вас там в Японии... Ну я не могу. У меня, посмотрите, вот вы видите, что у меня 2 миллиона набрано. Вы видите, да? Так, видим. Меня не пропускает. А, ну возможно там... Не знаю. Возможно, там на самом деле 1 999 000. Почему написано 2 везде? Они меня обманули? Ну, это непонятно, конечно, да. Ну, да. Вот теперь, получается теперь так. Могу. О-о-о, теперь пришла. Привет. Так, кому белку вернуть? Ульян, давай тебе верну твою белку. А у меня уже круче есть, у меня пингвин. В смысле? Так у тебя же нужна... Ну как, ну вторая белка. Ну, ты же не одного питомца. Нет. Так, я сейчас проверю, кто у тебя там. У меня хорошая есть. У меня все точно хорошее. У тебя нет такой белки вот этой двойной. Ну, она будет белки. Сейчас, я ее сейчас уже вот съем. Ну, в смысле, ну, в общем, ну, вы поняли. Я сейчас съем много еды и заработаю на белку. А как думаете, купить яйцо за 2,5 миллиона? О, ну, слушай, даже не знаю. Потому что, мне кажется, я сейчас покачусь, и я его вполне смогу получить. Но они там красивенькие такие, цветастые. Ну, сейчас попробую. Ага, анкомонка котик. Так, и сколько он дает? Ну, хотя бы необычный. 14, неплохо. Все равно меньше, чем слоник. Ну да, и белка, которая большая. А, и белка. Могу отдать кому-то обычную белку, она теперь мне не нужна. Кого-то мне хватает для крафта. Да, мне тоже будто бы. Я уже полетела вниз, поэтому скоро позволю себе, наверное, еще белок накупить. Ой! А вот и привет, вот я и упала. Ну вот вы накаркали. Извините, пожалуйста. Кстати, ребят, лайфхак. Чтобы не ждать, когда вот эти вот последние 1000, вы наедаете больше, чем один прокат, и не делаете этот автоматический. И будет классно. Согласна. Я тут посчитала, вроде как 400 с чем-то. Ну, 500 на всякий случай ешь, и нормально. Ну, вообще, да. Но у меня просто было 500, кажется, и 100 осталось. Хотя, может быть, у меня было больше, чем 500. Ладно, ну да, 500 хватит точно. Вау, мне выпал какой-то эпический рогатый Baby Ram хакер. 18 дает. Я думала, ты опять крутое яйцо купила. Нет, это из него. И оно, блин, круче, чем то крутое. Нет, белка. Хакерская, попрошу заметить. Ну да. Ну что, она хакерская, конечно, да, это круто. Но белка, ну блин. Анкомонка, ну ладно. Так, ну все, белка, держись. Если ты опять мне сейчас выпадешь, то я... О, йети! А, он обыкновенный. Ну блин, еще лучше. Ну и как так? Так, ну что, ребята, я накопила 3 миллиона 3 миллиона побед, я думала меньше. Ну, в общем, я хочу купить какого-нибудь из этих питомцев. А ну-ка. Так-так-так. Хрустальный кот. Необычный.
Да. У меня тоже такой один есть. Может, еще накопим, купим, и будет, ну, типа, несколько таких. Ёша, у тебя есть 2,5 миллиона побед? Mm-mm. Я только что решил апнуться. У меня сейчас будет 5 миллионов, подождите. Ничего себе! Так, так и есть, 5 миллионов. Что, берем 2 этих яйца? Ну, если ты, конечно, хочешь, конечно, можем. Угу, это обезьянка выпала. Ага. Можно котика? Она самая обычная, да? Да, к сожалению. Нет, собачка! Серьезно? Да. О, нет. Они, видимо, специально. Кстати, я могла купить хрустальный, хрустальный кот? Да. Да-да. Я могу отдать. О, отлично. Ульян. Ну, только ребенок хрустальный кот, да, который? Ну, да-да-да. Да, видимо. Да, я сейчас отдам. Ульян, я тоже отдам. Кому отдавать? Ульяне. А вы хотите мне? Подожди, ребенок? Ну да, ребенок, вот он, да. Ну да, ну, да. Ребенок. Потому что когда мы его скрафтим, он будет уже не ребенок. Ага. Так, хорошо, договорились. Торговля. Ну что? Вроде отдал. Оно? Да, все верно. Отлично. Так, крафт. Крафт. 21x! Ничего себе! Приятно. Обалдеть! Прикол. Очень приятно. Так, а ну-ка, где он? А где он? Ну, он побольше, да, да, побольше, чем все остальные. Это сложно увидеть, если честно. Но он там, он есть такой. И он побольше. Да, вижу. Да, необычный. В общем, как-то так. Вот так вот мы наелись в Японии. Возможно, в следующий раз мы поедем в Мексику. Вот. А на этом мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.